Молодые профессионалы горноуральщины, победители и призеры 8-го национального чемпионата WorldSkills Russia получили из властных рук медали трех достоинств и особые медальоны за профессионализм. В прошлом сентябре на Кузбассе проходил финал национального чемпионата среди молодых профессионалов, и наша сборная представляла область в 65 компетенциях. В целом же, за прошлый год наши юниоры завоевали 41 медаль. 19 из них – 2 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых – губернатор лично вручил финалистам. Пожалуй, в самом престижном месте области – белоколонном зале дома Севастьянова. Тем самым подчеркнув значимость первых побед юных мастеров. К слову, 2 медали – золотую и серебряную – получили школьницы юниорского возраста из одного небольшого поселка Буланаш. Лена Каргашина стала золотой медалисткой в компетенции хлебопечения. А Вика Иванова удостоилась серебряной медали за выпечку осетинских пирогов. Молодой профессионал сегодня – это человек, способный работать на сложном оборудовании, на инновационном производстве, обеспечить высокую производительность и культуру труда, готовый расти и совершенствоваться, и вносить в работу креативность и творчество. Финалистов национального чемпионата WorldSkills и их наставников ожидали не только почет и слава, но и весьма ощутимое финансовое вознаграждение. Губернаторские премии. Завоевавшие золотую медаль получили по 150 тысяч. Серебряные призеры по 125. Бронзовые ровно по 100. Именно так с малых ногтей, что называется, формируются будущие профессионалы. От того, насколько хорошо каждый на своем месте будет трудиться, лить металл, печь хлеб, шить одежду, делать мебель, ремонтировать или производить технику, в конечном итоге зависит успех всей Свердловской области. Ну и, конечно же, главная ее цель – качество жизни уральцев.